Всем привет, ребят! С вами снова я, Пик-разведник. Это первая серия ванапа за Шатова. Правила ванапа такие. Если один гол Шатова в третье равняется к одному игроку, замененному в составе. Тут у нас бронза. Сначала я просто не нашел трех игроков, которые будут не нон-рар бронзой. И так что мы сначала будем менять все позиции, кроме трех нон-рарных игроков. Короче, один гол Шатова — это один игрок. Две передачи в матче Шатова — это тоже один игрок, потому что одна передача — это пол игрока. И выигрыш — тоже один игрок. Так что все понятно? Ладно, мы отправились в игру. Отправимся в игру. Быстро. Нет. Болты. Ладно, пойдем в стартер кап. Какой там идет? Да, сейчас. Вот наш состав, вот состав соперников. В принципе, поехали. У меня, да, гибридку выходили. Хоть играю на комп. Ноу! Форма нормальная. У меня гибрид из трех стран. РФ, Германия и Италия. Сербов. Ой-ой-ой, бронзовые мячи. Так как... Один игрок у нас уже в кармане. Я помню, ХДшничка. Потому что у меня есть уже игрок 64. Шатов. Кёхлер. Ой, не лагай же ты так, FIFA, пожалуйста. Он же стрел верхом, отлично. Динатильный. Сердов. На Шатова! Шатов! Давай. Шатов рвется. Рвет бровочку. И дубль. Да, дубль. Я забываю сразу, потому что 40 дней рейтинг — это не нормально. Кто шутит? Опа. Да шутит! Ну посмотрите, как он просто бровочку прыгает. Тихо. О, Шатов туда. Помните, как мы уже...
Мы уже имеем пятерых точно. Ой, мы уже имеем шестерых. За нами сейчас. Если нам забить гол, то есть мы в минус идем по игроку. Нам нужно так что стараться со встречи на ноль проводить. Она будет длиться по статусам, по настроению. Предлагайте свои варианты в комментарии. Что? Какую позицию на следующем выпуске заменить? Это чисто что-то. Я сейчас могу просто выключить камеру, потому что уже 6 минут длится. Да, сейчас выключу ее. Так, позади. Мы меняем уже 7 игроков. Поэтому ты забил гол. Просто под выход 1-1 шотов. Смотрите, вот. Под выход 1-1 шотов. Опа! Не чувствую, сейчас поменяю весы. Ну ладно, тут на паузу. Ну, ребят, да, 7-0. Ой, шатов. Сейчас. Ой. Отлично! Куда ты до Уокера? Не-не-не-не-не-не-не! Молодец! Спас! Молодец! Туда! Туда! На Дорожкина! Дорожкин! Навешивай! Да чё никого в зоне нету? То есть мы меняем. Восемь игроков, ребят. Это и так много. Кто не увидел. Сейчас я протвитну. Короче, у меня даже здесь 8 не нашлось, только что с победы в следующем выпуске, да, будет 8.